Всем привет, ребята, и сегодня будем играть в Five Nights at Freddy's 3, ночь четвертая. Так что так. Ну что, погнали в четвертую ночь. 12 ночь, четвертая ночь. Так что так. Ну что, нам надо набрать код вот на этой панельке. Так, здесь вроде бы код... какой там был. Так, 3, 9, 5, 2... 4-8. Так, вроде бы такой код, но меня... Вот, я смог зайти в эту мини-игру. Так что вроде бы этот код. Потому что я смог зайти в мини-игру. И здесь нам надо вот так вот проходить. Пролетать между мини-играми. Да? Так что так. Все, мы уже не падаем. И бежим вот сюда. И тут нам надо... Так, ладно, побежали дальше. Ну, короче, бежим вперед. Бежим, бежим. И тут у нас есть эксит, но нам не надо в этот эксит. Мы прыгаем и летим вверх. И бежим так. А, вот так вот надо перепрыгнуть и пойти вот сюда, наверх. И побежать вот сюда. И тут-то тоже прыгаем. Вот нас, вот видите, мы смогли залететь вот сюда. Так, и теперь... нам надо идти вот сюда и тут-то подпрыгнуть. Все, мы прыгнули, и мы снова летим вверх. И теперь бежим вот сюда и здесь прыгаем, и мы залетели снова вот сюда, и тут тоже прыгаем, да? Или не надо вот сюда и тут подпрыгиваем, вылетаем вверх и бежим. И тут нам надо прыгнуть, да? Да, подпрыгнули. И вот мы попали вот сюда. И дарим тортик. И все. Мини-игру мы прошли удачно. Мы подарили тортик. И вот она закончилась. И началась четвертая ночь. Так. Все, погнали. Четвертую ночь, короче, будем проходить. Надо проходить четвертую ночь. Хорошо. Будем проходить четвертую ночь. И призываем вот сюда Спрингтрапа. Так. И вот на девятую камеру. Хорошо. Закрываем вентиляцию сразу же наперед эту. И чиним сразу же аудиосистемы. У нас поломалось аудио. Чиним. Убежали вот сюда. И Спринтрап уже убежал. Так. И вернулся. Хорошо, у нас поломалось видео. Нажмем еще раз play audio, и тогда пойдем чинить видео. Все, погнали чинить видео. Ну, камера. Камера, короче, чиним. И уже час ночи. Хорошо. Опа. Ой. Фух. Короче, я думаю, если бы немножечко не успели, на нас бы уже напал Баумбой. Чиним аудио. Аудио у нас ломается, все ломается. Так, погнали. Ой. Что этот Баумбой от нас хочет? Hello. Так, ладно. Так, вон Спринтрап. У нас ошибка вентиляции. Надо чинить вентиляцию только... Ой, аудио. И погнали чинить быстро вентиляцию. Потому что Спринтрап просто к нам начинает быстро бежать, если у нас поломана вентиляция. Он просто к нам бежит моментально. Так, фух. Сейчас бы заново надо было чинить вентиляцию, если бы нас напал Баумбой. По вентиляциям пусто. Надо следить, чтобы не было два Спрингтрапа. Два Спрингтрапа — это конец. Все. У нас поломалось и аудио, и видео. Все сразу. Так, починим аудио. Reboot All не будем делать, думаю. По одному будем на данный момент чинить. Надо все-таки удерживать Спрингтрапа на девятой камере. Камеры чиним. Так, это походу Спрингтрап. Там были какие-то звуки. Так. Хорошо. По вентиляциям пусто. И... А, вот он, вернулся. Хорошо, молодец, Спрингтрап.
2 часа ночи уже. Сидим, отдыхаем. Так. О, убежал. И на страже уже ошибка аудио. Все хорошо, но на этой камере чиним аудио. Аудио систем. Аудио девайс. Чиним. И полетели. Так, от бомбоя спаслись. Hello. Стараемся по минимум... О, заполз вентиляцию. Стараемся по минимум получать скримеры от фантомов. Потому что надо будет чинить вентиляцию. Там фантом Фредди идет, пробует нас напугать. Ой, надо было вентиляцию чинить. Все, походу. Сейчас спринтрап может нас поймать. И 3 часа ночи. Так, успеем ли? Уже темнеет экран. Не, хорошо, успели, походу. Так, а нет. Нету что-то спринтрапа. Так, вентиляция пусто, да? А он уже не идет на эту камеру. Почему? Аудио у нас поломалось уже. Так, он убежал куда-то далеко, походу. Просто наш боумбой. Уже он не слышит боумбой. Он далеко, походу, где-то. Так, где спринтрап? Кстати, на восьмую камеру не надо очень заходить. А то фантом марионетки передаст нам привет. А такой привет, что... Опа, он на второй камере. Или... Так, это плохо. Но мы его маним сразу же на восьмую камеру. Hello. Я не знаю, на второй камере или нет. Но, я думаю, он услышит. Даже если он был на второй камере и прибежит на восьмую. Там вроде бы будет все слышно. Ну, я надеюсь, что он услышал и побежал туда. Если он был на второй. А может, он и не был. И на девятую, да? Появился? Или он на шестой уже? Или это два спринтрапа? Или нет его? Непонятно. Не, походу, это не он был. Это, походу, не он был. У нас ошибка вентиляции. Проблемы у нас большие, проблемы. Так, все, у нас уже сигнализация началась. Чиним вентиляцию, короче, походу у нас уже два спринтрапа. Или это на второй камере не был спринтрап, или он перебежал на восьмую. А возможно, он просто испарился. Потому что что-то на камерах не получается у меня идти. Ой, так что будем светить. Ну как, то есть, боумбой. Play аудио жать. И надеяться, что он перебежит, даже если он на третьей камере, на седьмую. Или же восьмую. Не думаю, что он придет к нам. Так, не чиним камеры, нажмем play аудио. Все. Надо сидеть в мониторе, думаю. Так. Да! Фух! 6 часов ночь. Или утра, не знаю даже как сказать. Ну, короче, 6 часов. Мы прошли четвертую ночь. Ура! И у нас началась мини-игра. Какая? Так, мы играем за Фокси. Хорошо, побежали. Бежим за фиолетовым Фредди. Вон у нас бухта Фокси. И это карта из FNAF 1, да? Да, походу, это карта из FNAF 1. Так, бежим. Побежали. Бежим за фиолетовым Фредди. Такс. Что у нас тут? Поломанные Бонни, Чика и Фредди. И у нас снова ошибка. И нас тоже поломал фиолетовый человек. Просто он ломает всех аниматроников. За что он сидит? И началась пятая ночь. Пятая ночь. Так что так. Ну, вот так вот. Это в другом ролике уже пройдем. Ребятушки, пятую ночь. Так что так. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И... всем пока-пока!